Всем привет, привет, привет! Это канал Алибаба Алидед. И только я собрался побездельничать, как Аленка тут же меня схватила и говорит: нет, хватит саморазлагаться, надо работать. Добрый день, дорогие друзья. Да, Эдуарда чуть ли не за уши вытащила из постели, а сейчас мы снимаем в 12 часов дня. Сколько дел у меня, сколько дел! Диван не лёженый, телевизор не смотренный. Да, это май сей, да, это сидим дома. Настолько распустила народ, кошмар. Что ж, дорогие мои, сегодня у нас огромная распаковка. Посылок множество, будем смотреть по видео, по времени, успеем снять, не успеем. Что ж, давайте приступим. Так, друзья, и первое, берем сразу коробочку. Сегодня распакованную. Не, ну мы все заранее открыли посылочки, чтобы можно было подтвердить покупку. Так, сегодня у нас распаковка солянка. Товары разнообразные. О, что-то будет для меня тогда. Ну, посмотрим. А то не все женские безделушки. Так, у меня какой-то что? Это похоже на клей. Да. Ну, что-то похоже на клей. Это вот у нас, друзья, товары для творчества. Ага. Так. Так, ну начнем. Это клей для работы с ювелирными изделиями. С помощью такого клея, ну, я бывает вклеиваю стразики. А, короче, приклеивают все ко всему, да? Все ко всему, да. Очень хороший клей, мне нравится. Он прозрачный. А, ну правильно, да. Если это ювелирный клей, он должен быть прозрачным. Да. Друзья, рекомендую, покупаю не первый раз. Дальше. Ну, он, наверное, клеит только твердые, жесткие предметы. А мягкие изделия, как кожу, резину и картон, ими клеить не рекомендуется, наверное. Ну, не знаю, я с этим пока не работала, я больше с камешками. Ну, камушки твердые не растягиваются. Так. Так, и здесь, друзья, набрала различные кабошоны для изготовления ювелирных изделий. Так. Ну, вот эти покрупнее брала для колье. Там у тебя какой-то космический мотив, а у меня как будто бы павлиний хвост. Да? Ну, очень красивый, интересный. Короче, это стекло. Да, по-моему, это стекло. С обратной стороны нанесен рисунок и покрыто защитной пленкой, защитным слоем, чтобы не царапался рисунок. Он односторонний. Ну, я лично эти кабошоны использую для колье, оплетаю их и вплетаю в колье. Бисером. Да, бисером. Бисером оплетаю. Так, взяла такие кругленькие, довольно крупные. Для чего буду их использовать, пока не знаю, но буду думать. А эти круглые у тебя двусторонние, да? Нет. Тоже односторонние? Тоже односторонние, да. А, да, у них основание плоское, задняя сторона, лицевая сторона выпуклая. И за счет выпуклости и игры света они переливаются внутренним. Имеют отлив. Ой, уронил. Так, вроде нашел. Качество неплохое. Хорошо. Так. И третий пакетик. А это что у нас? А это соединительные колечки. А, видно, да, там просто кольца. Просто колечки. Грубо сказано, разобранная цепочка. Не, ну я их использую для соединения деталей в украшениях. Так, идем дальше. Следующая посылочка. Так, давай я ее открыто. Так, дальше у нас... А, дальше у нас бижутерия. А, это женская тема, ладно, пойду в сторонку. Ну, кое-что попадет у нас в эту распаковочку. Давай, ты открывай пакетики. Тоже. Перчатки не надо. Первое, друзья, хочу вам показать вот такую очаровательную цепочку с кулоном стрекоза. Очень красивая, очень милая. Размер кулона 2 в ширину и 1,5 в длину. Маленький, миниатюрный. Вставка. Километров? Ну, конечно же, сантиметров. Вставки, стразики. Великолепное изделие. Очень понравилось. Может, поближе как-то стрекозку можно показать. Это не циркони, это кристаллики.
Стразики. Ну, очень хорошо смотрится. Зеленого цвета. Давай следующее. Следующая подвеска, в отличие от предыдущей, более крупная. Ну, тут изображение оленя, я так понимаю. Ну, я полагаю, что эта подвеска очень хорошо подойдет для аниматоров, которые занимаются реконструкцией. Скажем, волшебники голубого изумрудного города. Нарния, там, где эльфы, гоблины и прочая такая живность. А там такое насилие? Не знаю, но можно сказать, что это голубой свет оленя, летящий вдаль за чем-то. Заговорился. Друзья, длина всего ожерелья 50 сантиметров плюс 5 дополнения. У предыдущего, я не сказала, длина 45 сантиметров цепочки и плюс 5 дополнения. Ну и переходим к колечкам. Первое кольцо. Давай я возьму. Исполнение как жемчужина, которую держат лебеди. Ну, видит такой, да, ну, прозрачная жемчужина. Напоминает лунный камень. А, луна – это магия, волшебство. В общем, можно сказать, что это кольцо эльфа, волшебника. Ну, тебя сегодня... Они держат, два лебедя держат, крыльями держат этот камушек. Лунный камень. Лунный камушек. Давай так покажем, как смотрится на пальчике. Так, вот так колечко смотрится на пальчике. Угу. Ну, камень очень красивый. А боковые стразики, вот видите, девчат, вставочки, они... это кристаллики. Ну, стразики. Так, ну и следующее кольцо. Давай сюда его. Так, если первое кольцо было кольцом эльфа, то это, скорее всего, кольцо гнома. Ну да, потому что здесь, скажем, темный камень, это значит руда, земля, а у нас гномы-землекопы в Нарнии были. Это кольцо у продавца представлено, друзья, в два цвета камня. Я взяла темный, есть еще и светлый. А, ты взяла гномий камень. Вот так колечко смотрится на пальчике. Камешек под жемчужину. Ну, довольно интересное. Что ж, переходим к следующей посылочке. Давай, давай, а то я заждался. Так, следующее у нас. Так, давай. Она у нас тоже распакованная, открытая. Так, что там у нас? Это у нас риволи. Риволи также. Что такое риволи? Ну, вот такие. Я узнаю равиоли. Страсики. А это риволи. Для творчества. Ну, вот странно. Равиоли съедобные, а риволи нет. Такие интересные. Не понимаю, по качеству или у нас освещение не очень? Не, нормально у тебя все с освещением тут. Они же таки должны блестеть. Ну, вот интересные. Значит... камни. Я их использую для изготовления серёг. Как-нибудь, девчата, покажу. Недавно начала, только одну серьгу сделала, поэтому незаконченную работу показывать не буду. Так, и овальные. Ну, очень даже скажу тебе, качественное покрытие задней стороны этих твоих риволей, ревиолей. Так. Это как рубинчик. Под рубин, да. Так, идем дальше. А там какие-то дальше были космические камни. Так, забирайте. Так, следующая посылочка. Так, это у нас тоже была открытая. Так, тут. Ой, там много всего чего. Так, здесь, друзья, у нас также продолжение темы творчества. Рукоделие. Рукоделие, да. Нашла очень хороший магазинчик. Достойные товары. Девочки, 100% могу рекомендовать. Это, наверное, какой-то разделитель. Да хватит рассыпать. Да, это разделители. Между какими-то элементами украшения.
Можно использовать нитки, в браслетах, в колье, да где угодно. И в висюльках. Висюльках. Это шапочки для бусинок. А, это чтобы узелки прятать, наверное. Ну, можно и так использовать, да? Ну, да. Так, в серебристом и в бронзовом цвете взяла. Угу. Очень интересные. Так, что и там еще? И дальше у нас... А, и взяла для пробы швензы для серег. Также неплохо выглядит. Что такое швенда? Швензы, ты меня уже спрашивал. Друзья, вот такие швензочки. А, застежка серёжки. Сюда вешается что-либо, что изготовишь. Изделие, и как получается сережка. Серьга, английский замочек. Ага, и колечко загибаешь плотненько, ну, конечно, чтобы не потерять. Так, следующая посылка. Да, здесь у нас очень много всяких. Что-то непонятное. Всяких вкусняшек, доставай все. Какие вкусняшки? Что-то съедобное ты сказала? Нет. Так, вот, друзья, наткнулась на один магазин, где очень хорошие цены на термопатчи, термонаклеечки. Ну, заодно попала на Орбизы. Что это такое, вы все знаете. Ну, я не знаю. Давайте по порядку. Вот такие термопатчи, буквально копеечные, которые можно с помощью утюга переводить на одежду. А. На какие-то футболочки, маечки. Просто положил, погладил, оторвал пленочку и побежал? Да, и все, и красивая картиночка. Да, так для детей это здорово. Очень здорово. И самое главное, цены действительно. Я брала на какой-то распродаже, вообще мне они обошлись в 10-12 центов, вот каждая эта наклеечка. Сейчас, конечно, угу, будет повыше без распродажи, но очень интересно. Это было чуть подороже, но тут вот целая куча всяких разных зверюшек. Зверюшечки, да. Мультипликационных. Можно детскую маечку полностью. Подожди, я пятачка увидел. Где пятачок? Вон пятачок, вот по центру, вот он. Пятачок, да. Пятачка нашел. Вот сова есть, пятачок. И пух рядом. В магазине эти наклейки самые разнообразные, огромное количество, друзья, очень рекомендуем. И орбизы. Угу. Взяла 4 пачки. Одну пачку я уже перед съемкой замочила. Вот посмотрите, насколько они малюсенькие. Ну, где-то миллиметр, наверное, да, по диаметру. Сейчас посмотрю, скажу. Приблизительно. Точно. 1.5. И так как желтенькие я заказала 2, одну желтую я заранее перед съемкой залила водой. Вот такого размера они получаются. Примерно по диаметру 1 сантиметр. А это съедобно? Нет. А зачем тогда их вообще нужны? Ой, они используются во многих местах. Например? Они, наверное, используются в каких-то декоративных... как декоративный элемент в стеклянных банках, вазах, да. Или просто детям побаловаться, пошалить, поиграться, по полу раскидать, ногами растоптать. У нас, кстати, помнишь, когда у сына была свадьба, нам кафе вынесло вазы вот именно с этими орбизами. А зачем? Мы туда ставили цветы, которые подарили молодым, да, вот так же. Ну и, конечно же, чтобы не падали. Очень любят играть в них дети. Что ж, идем дальше. Так, следующая посылочка. Так, что у нас здесь? Ой. А, здесь у нас, друзья, вы знаете, первый раз сделала заказ. Как же он назывался? Бокс-сюрприз. В магазине они есть по разной стоимости. Я выбрала самый дешевый, по 3 евро. Сколько сейчас, не знаю, девочки, поставлю видео. И... Почему сюрприз? Потому что ты не знаешь, что тебе пришлют из косметики. Ну, давайте посмотрим, что прислали мне. Ну, первая – это кисточка, вы видите, для макияжа. Кисточек мало не бывает. Открывай эту пачечку. Так. Так, у меня тут что за коробочка? У меня коробочка в коробочке. И у меня коробочка в коробочке, а не в слюде. А дальше запаян целлофан. Так, сейчас откроем. Итак, путем сложнейших манипуляций мы все-таки распаковали эти изделия. Могу сразу сказать только одно. Я не знаю насчет качества самого продукта, но упаковка, очень качественная упаковка.
Да, действительно очень понравилось. Если на подарок, вообще замечательно. Так, вот в одной коробочке у нас подводка для глаз. Дай свою ручку. Зачем? Нет, просто показать, что это подводочка. Фух, я уж думал, сейчас ты мне тут рисовать что-то начнешь. Нет, нарисую я у себя на руке. Ой, затолсто. Затолсто. Друзья, так неудобно в обнимку с камерой, а особенно когда вдвоем, так это вообще... Так, хорошая вещь. С одной стороны. Что ж ты мне все коробочки тут разбросал? И во второй коробочке у нас был корректор. Я предполагаю, что это корректор. Корректор? Да, ну это для замазывания. Чего? Темных пятен на лице. А, родинку замазать? Ну, не только родинку. Синяки под глазами. А, мешки! От бессонных ночей. Очень классный корректор. Девчат, такой бархатистый, вот не могу вам объяснить. Но очень запах хороший. Запах есть? Нет, запаха никакого не ощущаю. А может, у тебя коронавирус? Нет, нет, у меня коронавирус. Короче, друзья, очень рекомендую, особенно если надо на подарок кому-то. Ну, супер, упаковка классная. Да и зачем на подарок? Кому попользоваться? Это одного бренда, ну, плюс кисточка. Я так думаю, 3 евро цена очень достойная для таких товаров, потому что они все-таки не дешевые. Что ж, ну и, наверное... Перейдем к крайней посылке. Все мы не успеем, у нас еще штук 10, но... А давай я свою посылку открою. Убирай свою мелочь. Убирай свою женскую ерунду. Итак, мужики. Вот. Это моя посылочка. Она ко мне пришла. Я ее долго ждал. Итак, это полировальные диски. Диски для полировки камней. Гранит полирует на счет 1. Вместе с дисками идут липкая насадка. Вот, резьба есть двух видов. На европейский флекс и на китайский флекс. Надо смотреть диаметр резьбы. Одна голова для маленькой насадки. Для того, чтобы надо, допустим, где-то выполировать небольшую нишу, ямку. Выполировать, маленькая насадка. И вторая голова тоже в комплекте идет для больших насадок. Вот, я брал голову более-менее жесткой резины, потому что мне так больше нравится. Вот. Обе головы с отверстием, то есть это для мокрой полировки. Ну что же, когда начну полировать, тогда расскажу. Но я ими работал и использую чаты. И я доволен качеством выполнения своей работы. Ну да, при помощи этих, раз покупаешь. При помощи этих насадок полировочных. Их много разных номеров. От 30-го до буфа. Ну вот, друзья, действительно у нас такая солянка сегодня получилась. Да, этот маленький стол наш журнальный превратился в магазинную витрину. Как всего тут всего много. Да, ну где-то посылок 10 мы точно не успели снять по времени. Что ж, мои хорошие, очень оттягивало это видео. По какой причине? Мы приближаемся к количеству 4000. Так думала, что за неделю нас соберется вместе 4000, но не получилось. Но мы над этим работаем. Поэтому на следующее видео я объявляю новый розыгрыш. Мы объявляем новый розыгрыш. Интересно. Он пройдет именно, когда мы перевалим... За 4 тысячи? За 4 тысячи, да. Ага. И у нас будет не один победитель, а 5. Оба-на. Да. И, конечно же... Как и предыдущие розыгрыши, приз вы выберете сами. На приз я всегда предоставляю изделие от Ксюпинь. Ну, а теперь, наверное, будут призеры прошлого видео. Один призер. А, один призер. Да.
Хорошо. В прошлом видео был объявлен розыгрыш, и сейчас мы выберем победителя. К сожалению, сюрприза не удалось. Как я сказала, надеялась, будет 4, но нету. Значит, у нас один победитель будет. Приступаем. А условия конкурса какие были, напомни? А никаких не было. Да? Я объявила без всяких условий. Ну, ты щедрая душа. А также на следующий розыгрыш. Вы все, друзья, конечно же, знаете, для того, чтобы участвовать, надо быть подписанными на наш канал, поставить лайк под этим видео и написать какой-либо комментарий. Любой комментарий будет участвовать в розыгрыше. Неважно, позитивный он, негативный, да, поставили вы лайк или дизлайк. Помните, подарок вас настигнет. Ну вот, друзья, переходим к розыгрышу. Так, друзья, ну как проходит конкурс, вы все знаете. Берем ссылочку на видео, да, в котором был объявлен конкурс. Вставляем в рандомайзер. Сейчас перекачаются все комментарии. Вот, вы их видите. 197 комментариев, 312 значит... лайков и 3199 просмотров. Ну что ж, друзья, всем желаем успехов. Итак, поехали. Тр-бам. Мисс Крис. Мисс Крис, поздравляем. Здравствуйте, Алла. Не расстраивайтесь и не берите в голову, сколько людей, столько мнений и не всегда объективных. Мне ваши обзоры нравятся, на многие украшения у нас вкус совпадает. Спасибо за видео. Ну вот, дорогая мисс Крис, вы становитесь нашей победительницей. Поздравляем. Как с нами связаться? В описании поставлю адрес почты. Если у нас почта на Mail.ru, меня также можно найти ВКонтакте или на Фейсбуке. Быстрее, наверное, на Фейсбуке, потому что чаще всего я там нахожусь. Ой, ты там живешь, не находишься. Ну что ж, дорогая... Мисс Крис. Мисс Крис, еще раз наши поздравления. Подумайте, что бы вы хотели получить в виде приза. Серьги, цепочку с кулоном, может быть, колечко. Что у нас там еще есть? А, может быть, брошь какую? Подумайте, напишите, и я вам вышлю кучу фотографий, из которых вы выберете себе приз. Что ж, друзья, всех вам благ. Берегите себя, берегите своих близких, берегите свое здоровье. Мы с вами совсем не прощаемся. Ждем, когда перешагнем через... 4000. 4000 подписчиков. И выходит новое видео с розыгрышем аж на целых сколько? 5 человек. Аж целых 5 человек. Ну что ж, друзья, пока-пока. До новых встреч. Пока-пока.